Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас суббота, 26 марта. Не было меня на даче уже двое суток. Вот сегодня по приезду уже сделал осмотр нашего хозяйства. Растопил печь, занимаюсь дальнейшей ее просушкой. И сегодня покажу маленьких крольчат, которые родились у нас у самки. Самка Калифорния покрывала ее кроликом породы французский баран. И еще у нас... В прошлом ролике я рассказывал, что заведем еще кое-каких животных. Животные эти уже появились. Тоже сегодня покажу. Также сделаем, как зайдем в курятник и посмотрим, сколько яиц снесли наши куры за двое суток. Ну вот, друзья, наши куры и те животные, та птица, которая еще к ним присоединилась. Это индоутки. Один селезень и две утки, две самки. Петя ругается. Потом еще планирую, возможно, я для этого селезня приобрету еще парочку самок. Ну, пока не решил. Будут эти, там будет видно. Планировал изначально делать сегодня забор. Забор я хотел делать, как уже раньше рассказывал, вот от соседа, чтобы куры не ходили. Да и бабуле удобней, она не надо за ними бегать, она уже тоже старенькая. Столбы я вкопал пару дней назад, но у нас сегодня ветер большой и дождь идет, поэтому, не знаю, закончится, то может тогда займусь. Если будет продолжаться, то займусь уже, буду делать что-нибудь подобное. На улице дождь идет, работать не могу. Вот. Покажу вам печку. Она видно, что уже просыхает. Вот, спереди тоже. И с этой стороны тоже кирпич уже светлеет. Там. Ребят, не получается у меня поработать на улице. Дождь пошел, мешает. Поэтому сегодня я произведу взвешивание наших кроликов французского барана, им вчера исполнилось 3 месяца, и Калифорнии, которые на 9 дней младше. Маленьких трогать не буду, они ну, все стандартные, как бы там грамм по 500, по 600, они примерно вот 40 дней где-то так. Вот. Сам процесс показывать не буду, покажу уже цифры, которые у меня получились. Вот такие мои уже эти барашки, 3 месяца, примерно такого же размера и Калифорния. Для наглядности, вот, покажу, я бы даже сказал бы, что Калифорния, наверное, будет больше, хотя они младше. Вот так они выглядят. Да. Взвесил, получается, французские барашки вот 3 месяца, 1 или 2 дня, вот, точно не помню, ну где-то так, весят 2750, 2900, 3202 есть. По 3200, один самец 3200, одна самочка 3200. Так вот где-то, ну, средне, наверное, 3 килограмма. По Калифорнии на 9 дней они младше, им получается, ну, еще где-то неделя до 3 месяцев, они весят примерно 2700, 2800 средний вес. И сейчас я взвешу, уже взвешу на камеру, покажу, сколько весит их папа. Ну, папа французского барана, в прошлый раз я когда взвешивал, весил столько же, сколько и Калифорнии. Французский баран в другой клетке, поэтому взвешу только этого. Он в другом сарае сидит. Папа вот, большой папа. Видно нулики. Вот 4980, ну 5 даже, ну, в районе 5 килограмм получается весит папа.
Не, папа. И сейчас я вам покажу маленьких, которые родились вот буквально на днях. Напомню, первый раз, когда она рожала, она их сюда родила, но пухом не укрыла. Да, пузики хорошие, наелись. Вот лежат как черненькие, так и светленькие, белые. Не знаю, сколько штук, я считать не собираюсь пока, просто вот посмотрю, чтобы дохленьких не было. Вроде нету, все нормально. Но родились они, мне такое ощущение, что вчера, наверное, какие-то слишком еще голенькие. Все, пускай сидят, беспокоить не будем. Сегодня вот еще пересадил этих французских барашек, что будут жить отдельно. Пока в такой клетке там с маточником, у меня есть еще новое для них. Полностью не оборудовал. Сейчас еще сюда поилку сделаю и кормушку другую. Это так, временная пока. Все куры на улице. Сейчас посмотрим, что у нас тут. И вот что у нас по яйценоскости. В верхнем одно, в левом 0, зато в правом 10 штук. Хорошо получилось. Это за 2,5 дня. Не знаю, снесутся еще сегодня или нет. Хорошо. Доволен. Ребята, второй раз уже протапливаю на сегодня нашу печь, так как погода не очень хорошая, она помешала мне сделать то, что я планировал. Пришлось поменять немножко планы, так, убрал вот мусор, эти доски старые. Я изначально думал их использовать, но когда начал отбивать, то как-то вообще они уже сгнили, поэтому надо будет новый сделать. Но там доски есть, найду, чем загоражу. Приезжал сегодня бывший хозяин, забрал свои вещи, поэтому в ближайшее время уже смогу очистить этот сарай, где готовлю для кроликов, перенесу все лишнее уже в другое помещение. Вот. На сегодня у меня все, буду заканчивать наш видеоролик. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, всем всего самого наилучшего. Всем пока!